мы делали официальный запрос в органы, которые занимаются расследованием по Гулькину Сергею, нашему однопартийцу, и получили официальный ответ, что он находился действительно в состоянии сильного алкогольного опьянения в момент, когда совершил ДТП. С даты выхода из больницы мы сразу назначим заседание президиума или полицсовета, и решение о наказании Гулькину по партийной линии будет принято. Какое оно? Есть несколько вариантов. Значит, первый вариант – лишение Сергея Гулькина на основании представленных документов, значит, лишение партийного билета. А второе решение может быть – это объявление выговора. То есть не объявить, просто объявить выговор. Серьезные наказания. Выговоров у нас боятся все, и это действительно является всегда очень серьезным таким, очень серьезной партийной оценкой человека. Есть еще одна ступенька наказаний, это лишение депутата Гулькина и мандата. Депутата мандат, значит, от партии «Единая Россия» в Ульяновской городской думе. Есть четвертый вариант решения – не делать ничего. Но решение это будет принято лично с его участием. Это тоже принципиальный момент.